үкметтің кезекті отырысы. Заң жобалау жұмыстарының осы жылға арналған жоспарының орындалу барысын және келесі 2017 жылға арналған жоспарының жобасын қарайтын боламыз. Сөз министр Бекетаевқа беріледі. Құрметті Бақшан Әбдірұлы, құрметті үкімет мүшелері. Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2016 жылға арналған жоспарында 26 заң жобасын әзірлеу қарастырылған болатын. Алайда жыл басынан жоспарға бір қатар түзетулер енгізілді. Осыған орай, жоспарда қазіргі уақытта 18 заң жобасын әзірлеу қарастырылған. Оның ішінде 3 заңға мемлекет басшысы қол қойды, 4 заң парламентпен қабылданды, 11 заң жобасы парламенттің қарауында. Президент әкімшілігінің келісім бойынша қосымша пысықтау үшін және ақпараттық насихаттық шараларды жүргізу қажеттілігіне байланысты жоспардан бір қатар заң жобалар алынып тасталған болатын. Атқарылған жұмыс қорытындылары бойынша уәкілетті органдар 7 заң жобасын әзірлеу мерзімдерін 2017 жылға ауыстыруды ұсынды. Осыған орай, оларды әзірлеу үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2017 жылға арналған жоспар жобасында қарастырылған. В течение года в план также вносились корректировки в части включения в него дополнительных законопроектов. Это проект закона по вопросам физической культуры и спорта, проект закона о пробации и сопутствующий ему законопроект, проект закона о дактилоскопической и геномной регистрации и сопутствующий ему законопроект. В соответствии с поручением главы государства необходимо обеспечивать широкую разъяснительную работу по разрабатываемым законопроектам. В этой связи, а также в целях проведения системной информационно-разъяснительной работы, за первыми руководителями государственных органов закреплена ответственность за проведение публичных слушаний по законопроектам. Соответствующая норма нашла отражение в правилах организации законопроектной работы в уполномоченных органах, принятых правительством на прошлом заседании 23 декабря. Уважаемый Бахшан Абдирович, Министерством юстиции совместно с заинтересованными госорганами сформирован проект плана законопроектных работ правительства на 2017 год, который выносится сегодня на голосование. При подготовке проекта плана учтены поручения главы государства, руководства правительства и положение концептуального плана законотворческой работы на 2016-2021 годы. Проект плана был рассмотрен на заседании правительства 1 ноября 2016 года и направлен на согласование в администрацию президента. Администрации по результатам рассмотрения проекта плана предложено исключить из него законопроекты по вопросам административной юстиции, это законопроект об административных процедурах и проект административного процессуального кодекса, а также объединить два законопроекта по вопросам регулирования агропромышленного комплекса и семеноводства. Осыған орай, пысықталған үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2017 жылға арналған жоспар жобасы 28 заң жобасын әзірлеуді көздейді. Атап айтқанда, жоспар жобасымен парламентке бірінші жарты жылдықта 10 заң жобасын, екінші жарты жылдықта 18 заң жобасын енгізу көзделуде. Қолдауларыңызды сұраймын, назарларыңызға рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма, баяндамашыға? Жоқ, алай болатын болса, тіркеуден өтейік. Регистрация.
Куандык Валиханович. Ермекбаев, Бишимбаев, Мырзалар. Ермекбаев, Бишимбаев. Да он ни у кого не включается. Вы по новому ставьте карточку. Все. Регистрируемся. Голосуем. К концу года уже сил нет. А техника-то работает. Техника-то работает. Руки дрожат. Все, решение принято. Переходим к следующему вопросу о текущей ситуации в регионах. Бишимбаев. Уважаемый Бахчан Амдирович, позвольте остановиться коротко на вопросах прохождения отопительного сезона. В регионах 16-17 год проходит сейчас в стабильном режиме. Акиматы на ежедневной основе предоставляют информацию в Министерство о технологических нарушениях на объектах жизнеобеспечения. Налажен обмен оперативной информацией с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и Министерством энергетики. Контроль прохождения отопительного сезона также проводится через проведение всех местных и региональных СМИ. С начала отопительного сезона зарегистрировано 144 технологических нарушений на коммунальных системах жизнеобеспечения. Акиматами указанные технологические нарушения устраняются в короткие сроки. Наибольшее количество аварий произошло в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, Карагандинской областях. Анализ показывает, что в основном большое количество технологических нарушений имеется на сетях водоснабжения из 144 из 77 и электроснабжения их 35. В целом же все вопросы с этим связаны, как я уже сказал, акиматами оперативно устраняются. Есть круглосуточное дежурство как в нашем министерстве, так и во всех местных исполнительных органах. В праздничные дни также постоянно на дежурстве находятся люди. В целом считаем, что имеющиеся проблемы быстро устраняются, но работу по мониторингу, контролю за этим надо усилить. Второй блок вопросов – это касательно цен на социально значимые продовольственные товары. На 20 декабря мы провели срез того, что сейчас в наибольшей степени подвержено росту цен. Из 33 продовольственных, социально значимых продовольственных товаров основная сейчас динамика по ценам наблюдается по 6 группам. Это чай, крупы, яйца, кур, хлеб пшеничный, мясо, кур, сахар, песок. Местные исполнительные органы сейчас активизировали работу своих стоп-фондов, проводят соответствующие интервенции. Считаем, что местным исполнительным органам надо сейчас активно, уже в рамках данных вами поручений, Бахчан Абдирович, этот вопрос держать на контроле и не допускать необоснованного роста цен. Касательно тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, в соответствии с поручением главы государства, с сентября месяца мы никаких заявок на повышение тарифов на услуги естественных монополий не рассматривали до 1 января 2017 года. Дальше будем по ситуации и необходимости рассматривать заявки субъектов естественных монополий. Советом по экономической политике вклад на 2016 год по регулируемым услугам установлен в инфляцию на уровне 0,99%, в настоящее время этот вклад составляет 0,825. По текущей эпидемиологической ситуации, Бахчан Амдирович, основная сейчас угроза – это острые респираторные вирусные инфекции. Все необходимые мероприятия для этого местными исполнительными органами проводятся. На службах, санэпидемиологической службе полностью подготовлены все запасы диагностикумов, дезинфицирующих средств, вакцин, других иммунобиологических препаратов и отработаны все вопросы межведомственного взаимодействия с местными исполнительными органами. Коротко о текущей ситуации. Будут ли вопросы докладчиков? Присаживайтесь. Бузумбаев.
Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер. Өңірлердің энергетика байланысты қазіргі жағдай туралы жедел ақпаратты баяндауға рұқсат етсеңіздер. Жылу беру маусымының барысы туралы қысқаша мәлімет. Қысқы кезең штаттық режимде өтуде, тұтынушылар электр және жылу энергиясымен толық көлемде қамтылған. Жөндеу жұмыстары кесте бойынша 8 энергоблокта, 51 қазандықта, 35 турбинада жұмыстар аяқталды. 3 энергия блогында, 3 қазандықта және 7 турбинада жұмыстар жөндеудің әртүрлі кезеңінде жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес жүргізілуде. ArcelorMittal Теміртау компанияның 2-ші жылу электр орталығының жағдайы жылыту маусымы басталғаннан бері қауіпті болып отыр. Ағымдағы жылдың қазан айынан бастап нөмір 1 қазанда күрделі жөндеу жұмыстары аяқталмаған. Қысқы кезеңнің басынан бастап қазандықтарда 16 апаттық тоқтау жағдайлары болды. Жекелеген күндері қолда бар 6 қазаннан 3-ші ғана жұмыста, соның салдарынан жылу желілерінің температуралық кестесі тек желтоқсан айында 9 рет сақталмаған. Қарағанды облысының әкімдігіне және ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшылығына жылу желілері жұмысын толығымен қамтамасыз етуді және 2-ші жылу электро орталығының жөндеу жұмыстарын аяқтауды тапсыруды бүгін сұраймын. Отынмен қамтамасыз ету. Электр станцияларының отын қоймаларында 3 миллион тоннадан астам көмір және 124 мың тоннадан астам мазут жиналды. Бұл бекітілген нормаға сәйкес келіп отыр. Сонымен қатар Севказэнергия компанияның Петропавл 2-ші жылу электр орталығының, Астанаэнергия кәсіпорны 2-ші жылу электр орталығының және Басельгрупп LLC компанияның Қарағанды 1-ші мемлекеттік аудандық электр станцияда осы режим сақталмауда. Аталған жағдай экспедиторлық компаниялардың көмір тасымалдау үшін ашық вагондарды уақытылы ұсынбау себебінен. Осы компаниялардың ақпараты бойынша Қазақстан темір жолында ашық вагондар жетіспейді. Сонымен қатар жоғарыда аталған электростанциялар экспедиторлық компаниялармен талап жұмыстары жүргізілмеген. Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарының және Астана қаласының әкімдіктері Қазақстан темір жолымен бірігіп энергетикалық кәсіпорындарының көмірдің нормативтік қорын қамтамасыз ету қажет болып отыр. Несколько слов по поставке социального мазута. В соответствии с заявками акиматов Министерством энергетики был утвержден график закрепления регионов по поставке мазута на социальные производственные объекты в объеме 342 тысячи тонн на текущий осенне-зимний период. Однако в ноябре текущего года этот график был исполнен только на 59%, в декабре на 26%, при плане 83 тысячи тонн фактически оплачено 28, отгружено 21 тысяча тонн. Наименьший показатель освоения по Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Южно-Казахстанским областям и городам Алматы и Астана. Прошу акиматы вышеназванных областей обратить на это внимание и принять необходимые меры. Вместе с тем поставка социального мазута и его изготовление проводится в течение отопительного сезона бесперебойно. По задолженности энергопроизводящих организаций перед компанией «Казтрансгаз Аймак» сегодня составляет за полтора месяца отопительного сезона уже 9,3 миллиарда тенге. Наибольшая задолженность – это «МАЭК Казатомпром» 5,3 миллиарда тенге, «Энергоорталык Шымкент» 1,5 миллиарда тенге, «Алматы Теплокоммунэнерго» 839 миллиона тенге, «ЖЭК Теплоэнерго» 680 миллионов тенге и «Казаларда Теплоэнерго» Централь 614 миллионов тенге. Задолженность энергопроизводящих предприятий перед компанией «Богатырь Көмір» тоже на сегодня составляет 877 миллионов тенге. Здесь в первую очередь задолженники Экибастузской ГРЭС-2, Павлодар Энергия и Астана Энергия. В целях исключения срыва топливоснабжения просим поручить акиматам Маңғыстауской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Казаларгинской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей обеспечить погашение имеющейся задолженности перед поставщиками по этим видам топлива. По ГСМ. По состоянию на 26 декабря текущего года объем запасов на нефтебазах составляет по бензинам АИ-92-93 112,2 тысячи тонн, дизельного топлива 170 тысяч тонн. В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна и дефицита ГСМ не наблюдается. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, өңірлердегі жағдай бойынша жедел ақпарат. Осындай назарларыңызға рахмет.
Рахмет, сұрақтарыңыз бар ма? Отырыңыз, Қасымов. Уважаемый Бахтан Абдирович, уважаемые коллеги, с января по сегодняшний день органам внутренних дел зарегистрировано 331,5 тысяч уголовных преступлений, что на 6,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. Эта тенденция характерна буквально для всех регионов. Заметно сократились тяжкие, особо тяжкие преступления на 10%, в том числе убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и разбой на 12%. По-прежнему основными влияния на криминогенную ситуацию в стране оказывают кражи, доли которых в структуре преступлений составляет более 60%. А в 5 регионах доля краж превышает 70%. Это Кустанай, Северо-Казахстан, Западный Казахстан, Акмолинская, Атырауская область и город Алмата. Практически во всех регионах возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На 15%. В 8 регионах Астана, Акмолинская, Атырауская, Алматинская области, Восточный Казахстан, Джамбул, Караганде отмечается рост подростковой преступности. Решение этих проблем должно осуществляться органами внутренних дел, в том числе и местной полиции, в приоритетном порядке в следующем году. В ближайшие дни предстоит серьезная работа по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в стране в период новогодних праздников. В преддверии праздников нами уже с 12 по 14 декабря во всех регионах проведено масштабное оперативно-поисковое мероприятие «Правопорядок». В период с 31 декабря по 4 января личный состав органов внутренних дел, в том числе уголовной исполнительной системы, чрезвычайной ситуации, Национальной гвардии, будет переведен на усиленный вариант несения службы. В указанный период будут созданы оперативные штабы ДВД по координации и управлению задействованными силами и средствами, а также усилена охрана общественного порядка, объектов жизненного обеспечения и уязвимых в террористическом отношении. Во всех городских, районных, областных подразделениях органов внутренних дел дополнительно будут созданы следственно-оперативные группы для своевременного реагирования на сигналы о преступлениях и правонарушениях. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован оперативный резерв органов внутренних дел. С местными исполнительными органами отработаны программы проведения праздничных мероприятий, произведены расчеты необходимого количества личного состава, разработаны и утверждены соответствующие планы расстановки. В местах проведения мероприятий и прилегающих к ним территориях предусматривается увеличение плотности нарядов полиции. Усилен контроль за деятельностью подразделений дорожно-патрульной полиции, активизируется работа по борьбе с уличной преступностью, а также обеспечению дорожной безопасности. Подразделения транспортной полиции за счет привлечения дополнительных сил правопорядка усиливают охрану общественного порядка на станциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах. Значительно больше, чем в обычные дни, охватывается сопровождением пассажирские поезда дальнего следования. Органами гражданской защиты основное внимание уделяется сейчас обеспечению пожарной безопасности. Территориальными подразделениями комитета по чрезвычайным ситуациям проводится обследование мест проведения праздничных мероприятий. Это школы, развлекательные центры, дома культуры, спортивные учреждения, больницы, дома престарелых, интернаты и детские дома. Всего подлежит обследованию 8 тысяч таких объектов, нами уже обследовали 5 500. С персоналами указанных объектов проводятся соответствующие инструктажи по пожарной безопасности. Как показывает опыт, в период новогодних праздников одной из причин пожаров является неосторожное обращение с пиротехникой, а также использование несертифицированных фейерверков и салютов. Проводится разъяснительная работа с гражданами по соблюдению мер безопасности по использованию пиротехнических изделий. К примеру, в прошлом году в результате нарушения правил обращения с ними пострадало 10 детей. Поэтому с 12 декабря по текущего года, по 5 января 2017 года по стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на выявление и пресечение фактов незаконной торговли пиротехнических изделий. Ежедневно отрабатываются рынки, места стихийной торговли. В ходе рейдов выявлено свыше 300 нарушений требований ввоза, изъято более 6 тысяч единиц такой техники. В целом обстановка держится под контролем. Нами принимаются все меры по охране общественного порядка и обеспечению пожарной безопасности. Доклад закончен. Рахмет. Будут ли вопросы докладчикам? Присаживайтесь. У меня есть несколько вопросов по регионам. Вот сейчас в докладе наших министров было сказано, что по некоторым регионам имеются вопросы. Вот по Темиртау.
С начала отопительного сезона зафиксировано 17 аварийных остановок котлов на ТЭЦ-2 «Арселормиттал Темиртау». Сегодня в 6:20 утра на Темиртауской ТЭЦ-2 остановили из-за свища котел номер 2. И это при том, что два котла стоят на ремонте. В отдельные дни недогрев сетевой воды доходит до 15 градусов от норматива. Температура в жилых домах темиртауцев составляет 16 градусов. А во время резкого снижения температуры на улице и вовсе доходит до 12 градусов. Нурмахамед Канапевич, доложите. Добрый день, уважаемый Бахтиян Авдеевич. Действительно, вот последние три дня у нас по Темиртауской ТЭЦ-2 ситуация, связанная с аварийным выходом из строя котлов номер 5 и номер 2, она осложнила. Однако три котла в работе постоянно находятся. Теплоноситель подогревается с пониженными параметрами. Это действительно так. Сейчас на выходе 70, на подаче даем, на обратке 42. Недогрев порядка 12 градусов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. На сегодняшний день котел номер 2 ремонтируется. Сегодня мы его после обеда запускаем. До конца дня он войдет на параметры свои. Котел номер 5 у нас будет запускаться завтра. Сегодня ремонтные бригады приступили к работе. Кроме этого, реальная стабилизация к 29 числу пойдет после завершения. Сейчас завершены работы по капитальному ремонту котла номер 1. Сейчас он вышел в режим пусконаладочных работ. Стабилизируем параметры. Это нам позволит держать в резерве котел и обеспечивать заданные параметры по теплоносителю. Было сказано в докладе о запасе топлива 14 суток. Вчера мы дополнительно получили еще маршрут угля, подняли запас до 18 суток. Работу эту будем продолжать. С вагонами есть проблема, ее СКТЖ решает. На сегодняшний день вот такая ситуация, меры все необходимые принимаются. С начала отопительного сезона по Темиртау ни одного дня не было, чтобы мы не подавали тепло. Да, с пониженными параметрами, к сожалению, приходилось работать, но это связано именно с выходами из строя этих котлов. Бахтиян Авдеевич, у меня все. Нурмахамед Канапевич, мне кажется, не надо гордиться тем, что там вы подаете тепло 12 градусов и на всю страну заявляете, что ни разу не было там такого, чтобы вы не подавали тепло. Мне кажется, это вот неправильно. Мы признаем это, по своему делу. И непонятно, почему капитальный ремонт котла номер 1 только завершается. И получается, и со стороны наших министерств тоже там плохо промониторили. Постоянно же проводим селекторные совещания, всем говорим, это получается формально. У нас есть энергонадзор, другие госорганы поверхностно подходят. А когда проблема перед Новым годом, только начинаем уже кидаться, там, кто виноват в этом. А в итоге люди страдают. Можно же было все это не доводить до Нового года? Скажите, Нурмахамед Канапевич, когда будет нормальное тепло в домах города Темиртау? Какого числа? Сегодня, завтра, послезавтра? Что ожидают темиртауцы в ближайшие дни? Мы в режим полностью войдем к 30 числу. 29-го котел номер 1 из капремонта, который выйдет на параметры свои, и тогда мы сможем полностью стабилизировать. Хорошо, мы зафиксировали ваше обещание. 30-го проконтролируем. Есть. Уральск, также на прошлых выходных около 200 жилых домов и социальных объектов оставались без теплоснабжения в течение 10 часов при температуре наружного воздуха минус 30 градусов. Алтай Сидирович, не повторится ситуация снова на Новый год? Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті кеңеске қатысушылар. Иә, сондай жағдай болды. Ол 17 желтоқсан күні орын алды, бірақ біздің коммуналдық мекемелер уақытылы жұмыс атқарып, тиісті жұмыстар бытто. Ну, Бахтиян Авдеевич, это изношенность теплотрассы была, мы устранили. В этом году только по программе «Нурлы жол» мы получили 2,5 миллиарда тенге на реконструкцию объектов теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Ну, есть участки,
аварийный, который мы уже подготовили проект и в следующем году будем делать. Работа идет в штатном режиме, мы не допустим никаких упущений. Работа под контролем. Ну, қараңыз, келесі жылда тағы да айтып жүрмеңіз, иә, солай деп болып қалды деген. Также нарушение температурного режима имело место в Петропавловске. Эльхам Зенич. Уважаемый Бахчан Юрьевич, уважаемые коллеги, 19 декабря в 18 часов из-за повреждения был отключен участок подающего трубы тепломагистрали. Под ограничение теплоснабжения попал один многоэтажный дом, 54 квартиры и 25 частного сектора. Теплоснабжение данных потребителей осуществляло через обратный трубопровод на слив. Температура в помещениях снизилась до 18 градусов. В течение 10 часов повреждение было устранено. Режим теплоснабжения восстановлен. Уважаемый Бахчан Абдирович, у нас тоже есть очень серьезная проблема по износу магистральных тепловых сетей. На начало года было 88%, сейчас 83%. Благодаря поддержке правительства мы подписали кредитные соглашения с Европейским банком, и уже финансирование началось. И параллельно мы получили необходимые средства по субсидированию этого займа. Поэтому у нас в плане ежегодное снижение и в течение 4 лет 62% будет износ магистральных тепловых сетей. Можно сказать о том, что 2014-2015, 2015-2016 годы у нас снижение по повреждениям на 25%, то есть прогресс есть. Доклад окончен. Қызылордада да осындай жағдайлар болған. Құрымбек Елеуұлы. Құрымбек Елеуұлы. Да. Бахчан Абдирович, там было вопросы, связанные с обеспечением топливом, по мазуту вопросов здесь нет, вопросы решены. И по долгам перед Костромзавтоаймаком на 1 января было 1,4 миллиарда, сегодня более половины уже погашено, 614, на 1 февраля будет 200 миллионов, все работает стабильно. Костанай Архимед Бегежанович. Хайлон, кроме Бахчан Абдирович, кроме Тарпестер, в целом вот все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, аварии, приведшие к отключению от коммунальных услуг потребителей, с начала отопительного сезона не происходило. Какие-то мелкие, если были аварии, то мы не отключали, тепло стабильно подавали. По мазуту, вот сейчас график Министерства энергетики доводило, но у нас 100% выбрали, это старая информация, так что проблем тоже нет, более месяца запасы имеем. В целом вся ситуация держим под контролем. Спасибо. Восточный Казахстан. Саламатсызбы, Бахчан Абдирулло, үкімет мүшелері, құрметті әріптестер. Да, в начале года у нас, в начале отопительного сезона у нас были проблемы на электрических сетях АО «Вакарек», 48 случаев. Также на АЭС Согринская ТЭЦ произошли 2 отказа. Основные причины отказа – это свечи на поверхностях нагрева. В настоящее время все указанные технологические нарушения устранены. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. На всех теплоисточниках имеется соответствующий запас твердого топлива. Пред такие нарушения, надеюсь, не повторится. Рахмет. Мы тоже надеемся. Бахауф, Павлодар. Уважаемый Бахчан Абдирович, отопительный сезон в области проходит в штатном режиме. На всех энергоисточниках выдерживается температурный график. На угольных складах имеется нормативный запас топлива. Все социальные объекты и жилые дома обеспечены стабильным теплоснабжением. Котельные до 100 гигакалорий, жилые дома частного сектора обеспечены твердым топливом в полном объеме. Если можно, есть вопрос по вагонам. На 26 декабря, запланировано на декабрь месяц, всего 1321 маршрутов. На 26 декабря из запланированных маршрутов не доставлено 198 или 13 тысяч вагонов. Это Кастемиртранс, недопоставлено 150 маршрутов, и Кастранском. У нас сейчас вот предельный запас угля, вот просим здесь поддержку. По сумме задолженности, вот в докладе прозвучало, у нас по Экибастузской ГРЭС Богатырь-Камыр составляет 305 миллионов, это текущая задолженность, на ежедневной основе погашается. Сумма задолженности за поставленный угол Павлодарэнерго 183 миллиона будет погашена до 1 января. Ситуация на контроле. Доклад окончен. Аскар Узакбаевич, по вагону возьмите на контроль.
Акмолинская, Сергей Витальевич. Добрый день, уважаемый Бахшат Абдирович. У нас все идет в штатном режиме. Таких ЧП больших нет. По запасу угля у нас двухмесячный запас угля. На бюджетных организациях до конца отопительного сезона. Мазут получаем по графику. Сейчас до середины февраля есть. Снова бюджет и начнем прикупать уже до конца отопительного сезона. Таких других больших вопросов нет. Есть мелкие там аварии, которые мы ликвидируем. Если позволите, есть один вопрос. Давайте. Ну, вы знаете, что 2016 год завершается, и завершается неплохо. Поэтому я хочу этот юбилейный год поблагодарить всех вас и поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, удачи, здоровья, благополучия и плодотворной работы. Особенно, конечно, с Акмолинской области. Спасибо. Спасибо. Что значит опыт? Есть ли еще желающие с регионов выступить? Уважаемые акимы, напоминаю, что вы несете персональную ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона. Каждый раз мы об этом говорим, заслушиваем ваши выступления, но тем не менее разные аварии на сетях случаются, но необходимо держать все на контроле. Самое главное, чтобы на Новый год мы не создали проблемы людям, все хотят встречать Новый год в тепле. Давайте сделаем нормальные условия для прохождения отопительного сезона именно в праздничные дни. Поэтому поручаю Министерству энергетики контролировать запасы топлива на ТЭЦ, котельных и заправочных станциях. Министерство внутренних дел сегодняшний день перейти на усиленный вариант несения службы. Также необходимо мониторить предполагаемые места проведения новогодних мероприятий, в том числе в части пожарной безопасности и общественного порядка. Акимам областей, городов Астаны и Алматы совместно с МВД с учетом сложных погодных условий своевременно принимать упреждающие меры по безопасности движения автотранспорта на дорогах. Во всех госорганах должны быть назначены оперативные дежурные. Организована четкая и эффективная работа всех служб в случае необходимости. Контроль за Оскаром Узакбаевичем. На этом повестка дня заключительного заседания правительства в текущем году исчерпана. Как говорил Сергей Витальевич, год мы завершаем неплохо. Итоги 11 месяцев мы подвели на прошлом заседании. Итог года будем подводить в начале января на очередном заседании правительства. В принципе, общие параметры мы уже наши прогнозы на прошлом заседании говорили. Все те задачи, которые были поставлены главой государства перед правительством, они полностью выполнены. Сөз соңында, құрметті әріптестер, сіздердің баршаларыңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Үкімет мүшелері мен әкімдерге бірлескен жұмысымыз үшін ризашылығымды білдіремін. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға құт береке, еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Приглашенные могут быть свободны. Трансляция.